25 июля, Савельева мартовщина. Вот такой улов за сутки у Андрея. Андрей, можно несколько слов? Как ловили, на что, где? Ну, как всегда, все стандартно. Опарыш с кукурузой, хорошая прикормка и много. Он это любит. А так? А в прикормке были какие-то секреты, может быть, Андрей? Да нет, особо никакого такого секрета. Просто много. Она прикормка сладкая? Да? Либо специи нет? Нет, просто сейчас сладкая. Сладкая прикормка, да? Ну, в целом рыбалкой довольна? Да. Так что не с первого раза к вам сюда доехал, но добрались и вот ловились хорошо, я считаю. Так что приезжайте, пробуйте свои силы. Спасибо, Андрей. Мы всегда рады видеть вас на нашем водоеме. Приезжайте еще. Окей. До свидания.